Ну-ка. Блять, вот уёбок, блять. Майонез, блять, забрал нахуй. Ты шлепка, блять. Yeah.
вот так обустроил свой быт уже. Лавочку сделал. Стол тут уже был. Теперь нужно сделать печку нормальную. И что еще хочу сказать, что полазив здесь вокруг, я нашел много чего интересного. Так, это шмотки. Такие себе шорты. Неплохие. Если бы, конечно, они не полежали месяцев 6 здесь. Вот такую панамку я постираю. Можно даже шорты буду носить. Да, тут что буду лазить по хозяйству, полазить здесь. Так, что еще мы нашли? Вот такие кроссы. Причем вот там они были, как будто, или вот так просто выкинули их туда на склон. Короче, кроссы, тапки, еще вот один тапок, еще где-то был. Ну, бутылки, винишко, конечно же, и водочка. Так, вон еще тапок нормальный. Да, еще приправу нашел, таких вот штуки 3-4. Очень любили ребята эту приправу. Так сказать, ну как бы не сильно прям засрано, но засрано. Еще вон там по ущелью, когда даже здесь течет ручей, там тоже мусор валяется. Что хотелось бы сказать огромное спасибо за кастрюли. На эту кастрюлю я нашел крышку. Я уже думал, как бы от енотов прятать еду в кастрюле. Ну, конечно, это недостаточно для того, чтобы обезопаситься от енотов, их проделок. Так, а на вот эту не нашел. Но я думаю, что она где-то здесь валяется. Где-то здесь. Здесь, кстати, ямочка такая, но мне такое ощущение, что это был сортир. Прям тут, смотри, здесь вот стол. Бах, такой хаваешь, хаваешь. И тут как бы понимаешь, что пора, и бежишь сюда. Недалеко, буквально 3 шага, и ты на месте. Ну, я не знаю, что это похоже. Тут как будто какая-то яма, блин. А может быть это... О, тут хранится у нас тапок еще один. Причем они все разные. Это, наверное, мусор. Я даже не знаю, что это. Наверное, какой-то мусор. И, может быть, это какой-то холодильник был. Не знаю, может дольменный пес. Пошел куда-то. Ага. Вот она одна, вон вторая. О, у них какой-то брачный период, походу. Он друг за другом бегает.
Эй, белки! Белки! Хорош там. Фигней мается. Идите на завод работать, блин. Ну так вот они мне утром будят. Урчат там как-то. Ну я думаю, на видео слышно, как они. Какие они звуки издают. Вон, что-то был брачный сезон какой-то у них. Бля, такая рыжая, а хвост серый. Белки, спускайтесь сюда. Они даже не боятся. О, вот так вот они орут. Бу-фу-фу, бу-фу-фу, бу-фу-фу. В процессе выяснилось, что один гоняется за другим. Не знаю почему. Он тот, который вверху. Он там, в общем, караулит вот этого, который спрятался за деревом вот этого. Пока его не видит. Не понимает, что ему делать. Что бегает туда по всему лесу. Мне кажется, что это те же самые белки, которые у меня там возле палатки. Только это вообще не в этом ущелье даже. Белки! Вообще не боятся. Занят своим делом. О, сейчас это пытается его поймать. Ага, засек. Фью. Что он так делает? Ладно, надо идти.